На Москву обрушился сильный шторм. За ночь в столице выпала треть месячной нормы осадков. Ливень сопровождался грозой и ураганным ветром. К утру его порывы усилились до 20 метров в секунду. Из-за непогоды в Москве закрыли парки, отменили некоторые уличные мероприятия. Ну а сейчас в столице действует штормовое предупреждение. Ожидается, что плохие погодные условия сохранятся до вечера. МЧС рекомендует москвичам оставаться дома, не укрываться под деревьями, шаткими конструкциями. А автомобилистам советуют соблюдать скоростный режим и тщательно выбирать место для парковки. Но непогода накрыла и северную столицу. В Петербурге затопило много улиц, машины глохли посреди дорог. В городе частично было нарушено транспортное сообщение. Досталось и владельцам малого бизнеса, чей магазин находится на цокольных этажах дома.